приятно учиться боковой удар с проносом делать. То есть мы помогаем своими руками, своему телу. Не такое реверсное движение делаем, а делаем пронос в сторону. Вот такое тренировочное упражнение. И выдыхаем этот удар. Мы не будем сейчас делать разножку. Вот это так будем делать. А именно скоростной. Подшагиваем правой ногой. Отклоняем корпус и выбрасываем левую ногу. Под шаг. Отклонили. Выбросили. Он намного быстрее. Значит, может быть более эффективным. Удачной тренировки.